увеличить количество сделок в агентстве недвижимости за счет экспорта и импорта клиентов. Коллеги, здравствуйте, меня зовут Максим Амеленчук, я автор проекта «Риэлтор на миллион». Недавно опубликовал интересный тест, который позволяет определить слабые звенья в работе с клиентами в агентстве недвижимости, а также определить самые перспективные направления при работе с клиентами. Если вы его до сих пор не прошли, то под видео находится ссылка, пройдите, ответьте на пару вопросов и улучшите работу с клиентами. Десятый вопрос. Мы продолжаем разбирать ответы на вопросы. Десятый вопрос звучал так. Налажен ли в компании экспорт-импорт клиентов? Ну и, соответственно, если компания называла, говорила, что работают с партнерами на постоянной основе, они получали 2 балла. Если работа шла не системно 1, если не строили работу, то 0. Очень редко город, в котором работает агентство недвижимости, находится в состоянии, ну, такого, так сказать, болота, когда люди не выезжают и не приезжают в город. Большинство городов все же или развиваются, или, как бы помягче назвать это слово, ну, там такая депрессивная обстановка. На сегодняшний день появились города, в которые, ну, скажем так, лидеры по числу стремящихся купить там квартиру. Это, естественно, Москва, Санкт-Петербург, это Краснодар, это Сочи. Соответственно, в средней полосе тоже есть города, куда стремятся переехать люди. Это легко посмотреть. Вы можете открыть Wordstat Яндекс и набрать запрос поисковый, и вы легко определите, из какого города люди ищут квартиры, в каких городах. Это легко посмотреть, и, в общем-то, здесь проблем нет. Недавно мы проводили статистику и обратили внимание на то, что в некоторых районах нашего города до 25% продавцов квартир планируют уехать. Это грустная, печальная статистика, и мы в тот момент мы более интенсивно начали строить нашу партнерскую сеть. Теперь перейдем к экспорту клиентов. Экспорт клиентов – это когда вы из вашего города уезжают люди, и вы передаете контакты вашим партнерам, они совершают сделки и оплачивают вам комиссионное вознаграждение. Во-первых, это быстрые деньги. Представьте себе, что вы помогли продавцу продать квартиру, и он по вашей рекомендации поехал, ну, к примеру, в Санкт-Петербург. Естественно, человек с деньгами, он приезжает в этот город. Я сомневаюсь, что он будет очень долго выбирать квартиру, поэтому, скорее всего, в ближайшее время сделка состоится, и вам оплатят ваше комиссионное вознаграждение. Ну, соответственно, это легкие деньги. Не вы показываете квартиры, не вы оформляете документы, не вы ведете все переговоры. Тем не менее, это позволяет получить, ну, в зависимости от того, с каким городом вы работаете, как выстроены у вас условия и какие комиссионные получает компания, какой, по каким сделкам, первичное это или вторичное жилье, вы можете легко получить от, там, скажем, ну, минимальный тариф меньше 10%, я просто не видел, максимальные 33%, ну, которые я тоже слышал, хотя в некоторых обещают делиться 50 на 50, но с этими партнерами мы не работали, мы не проверяем, насколько они корректно работают. Я думаю, что при разделе 50 на 50 клиент, риэлторы будут демотивированы компанией, куда вы отправляете клиентов. Соответственно, это деньги легкие, особенно если посчитать, что люди чаще всего уезжают в города, в которых стоимость недвижимости, как правило, выше, чек там выше. И может так получиться, что то комиссионное вознаграждение, которое выплатит вам партнер, оно может быть сопоставимо с обычным средним чеком в вашем городе. Ну и, наконец, это комплексный подход. Если вы продаете квартиру, а клиент переезжает, ну, опять же, для примера возьмем Санкт-Петербург, то мотивировать человека к продаже квартиры, там, объяснять ему, что необходимо там скорректировать цену, там, понизить цену или откликнуться на предложение покупателя, согласиться на те условия, которые предлагает покупатель, достаточно сложно, потому что человек не совсем понимает, что он за эти деньги сможет купить. Поэтому в этой ситуации, когда клиент, когда цепочка замыкается, то есть вы передаете контакты, клиент выбирает квартиру, быстрее будет продана квартира в вашем городе. Соответственно, это комплексный подход. Вы понимаете, куда человек едет, вы можете мотивировать его, и, соответственно, сделки проходят быстрее. Теперь, что касается импорта клиентов. Скорее всего, в ваш город есть какой-то поток, есть какой-то трафик приезжающих клиентов. Я обратил внимание, что с ними практически никто не работает. Проводя исследования, я нашел только 3 компании, которые специализируются на привлечении иногородних клиентов. На мастер-классе, который называется «Межрегиональные сделки», я показывал несколько примеров.
Что есть, какие плюсы есть? Во-первых, клиенты мотивированы. Когда я получаю письмо, клиент говорит: вы знаете, я планирую приехать в ваш город, и мне нужно там в течение недели купить квартиру, я здесь буду в командировке, у меня деньги на руках или там решение на руках, то я понимаю, что этот человек не будет выносить мозг риэлтору, он достаточно быстро приобретет квартиру и в кратчайшие сроки выйдет на сделку, все будут довольны, все получат комиссионные. Это мотивированные клиенты. Второй момент, конкуренция ниже. Если вы не нацеливаете рекламу на иногородних клиентов, если вы не перехватываете их на сайте, а способов есть достаточно много от онлайн-консультанта, который позволяет определить, из какого города заходит к вам клиент, до работы в группах с клиентами в социальных сетях, очень мало компаний это используют. Поэтому конкуренция здесь, как правило, ниже. То есть, если в своем городе рекламируется 500 компаний, то если вы зайдете в соседний город и попытаетесь выдернуть этих клиентов, будете действовать правильно, то, скорее всего, конкуренция будет ниже. Ну и третий момент – это расширение влияния. Если мы с этим сталкивались неоднократно, если к вам в город приезжает клиент из, допустим, небольшого городка, переезжает, то, как правило, следом выстраивается вереница клиентов. Он рекомендует, он рассказывает о том, как здесь хорошо, он рассказывает своим знакомым. И проблема в том, что достучаться до этих клиентов бывает очень сложно. Потому что, ну, это другой город, рекламу вдавать вы вряд ли там будете полноценную, и действовать только можно методом перехвата. И рекомендации здесь не заменит ни одно средство рекламы. Поэтому вы расширяете влияние, и может так получиться, что у нас были примеры, когда человек, купив квартиру у нас, там порядка 10 клиентов перевозил, 10 знакомых переезжало в наш город, и они все были клиентами нашей компании. Вот что означает экспорт и импорт клиентов. Поэтому, если вы не используете эту технологию, то ну, как минимум 10% вы не дорабатываете. 10% от возможного количества сделок. Кому-то покажется эта сумма маленькая, но я думаю, что если 10% вы увеличите свои продажи, то это будет очень хороший результат. Особенно, если мы говорим при экспорте и при очень минимальных затратах. Что на эту тему можно посмотреть? Мы проводили мастер-класс, который называется «Межрегиональные сделки». Порядка 2 часов я разобрал технологии, как выявить компанию, с которой имеет смысл строить взаимоотношения, как перехватывать клиентов из других городов, на что обратить внимание при выборе партнера, как передавать клиентов. Вот, подробный чек-лист, как определить ту или иную компанию, как выбрать ее, чем привлекать иногородних клиентов. В общем, все подробно разобрали, порядка 2 часов, как настраивать там контекстную рекламу, как работать с клиентами, вступившими в группах. Особенность этого мастер-класса в том, что, во-первых, на него действует гарантия. Если что-то вы посчитали, что информация не полезна, не интересна вам, что-то она не подходит просто вам по тем или иным причинам, то действует гарантия возврата, то есть нет проблем. Дальше, это минимум теории, максимум практики. Я рассказал о том, что непосредственно мы делали, и что делали наши клиенты, и что было подсмотрено и скопировано на российском рынке недвижимости. Я посмотрел, проанализировал опыт и приводил несколько примеров. Ну и, наконец, это все работает, эти все технологии, они приносят результаты. Этот мастер-класс, вот закажите по ссылке записи этого мастер-класса. Все условия приобретения, можете перейти по ссылке, либо находится в описании к этому видео. Заказывайте записи мастер-класса межрегиональной сделки и увеличивайте экспорт и импорт клиентов. С вами был Максим Амельянчук. До встречи!